Еще один вариант любимого мной костюмчика брючного. Та же самая идея, когда невысокий рост, когда не очень маленький размер, то нужно одеваться в один цвет с плечиков до пола. Тогда формируется вытянутый прямоугольничек, и человек кажется чуть-чуть повыше ростом и поуже, соответственно, вот здесь. Это изделие без подкладки. Рукавчик прямой. В основе лежит базовая выкройка. Выточка нагрудная переведена снова в боковой шов. Имеются талиевые выточки. Вот они впереди. Средний шов по спинке. И тоже две талиевые выточки. Длина жакета, конечно, закрывает обязательно зону паха. Прибавки по груди. В этом костюмчике очень небольшие. Буквально 3 сантиметра может быть. Прибавка по талии тоже сантиметра 3. И прибавка по бедрам. Где-то, наверное, сантиметрик. То есть вот это такой уже приталенный немножечко силуэт. И выглядит он вот таким вот образом. Тоже один из любимых моих костюмов, но ношу его не очень часто, потому что сделан он к свадьбе внучки. И он из синтетики, из дешевенькой, в общем-то, синтетики. Но, тем не менее, когда нужно как-то респектабельно немножко выглядеть, несмотря что он из синтетики, цвет отвлекает внимание от того, что это синтетика, комфорт просто не очень. Нормальный крой, точный крой и правильные пропорции, они делают свое дело. Поэтому этот костюм я тоже люблю. Брючки опять узкие в верхней части и свободненькие дальше. И тоже идет небольшое раскрешение к низу. Разница между шириной брюк внизу у меня здесь 26, а на уровне вот на этом вот уровне выше колена немножко 24. И за счет этого получается совершенно небольшое раскрешение к низу. Вот посмотрите, как выглядят вот эти брючки. Как брючки, весь костюм в целом. Ну что еще, подкладки нет, как я уже сказала. Здесь я поставила кнопочки, обратилась в соответствующую организацию. И подплечники, конечно, мои любимые подплечники, которые делают нормальный вот такой вот спрямленный плечевой пояс. Вот такой вот костюмчик есть у меня в гардеробе, который тоже я люблю, но ношу не слишком часто, потому что на работу в нем работать не очень удобно. Видите, ручки как у меня, я работаю руками, хотя, конечно, я могу его снять, остаться там в топике, но как-то так получилось, что на работу я его надеваю не слишком часто, я бы сказала, даже редко. Ну, а так вот при случае на фотосессию куда-то, конечно, вы видели, сколько фотографий у меня вот в этом костюме, потому что на фотосессию это яркое пятно, и вообще я люблю этот цвет, как вы уже успели заметить. Так что вот еще один вариант из моей одежды, которая немножко исправляет мои не слишком идеальные пропорции. Всем всего доброго!